Лягте на спину. Соедините ноги. Согните. Поставьте пятки как можно ближе к паху. Разведите бедра и колени в стороны, насколько возможно. Подошвы стоп плотно прижаты друг к другу. Руки положите на бедра. Расслабьтесь. Колени медленно тяните к полу, растягивая внутреннюю поверхность бедер. Сделайте 5-7 циклов дыхания. Во время выполнения упражнения не допускайте неприятных ощущений. Дыхание ровное, спокойное. Обхватите колени обеими руками и плотно прижмите бедра к животу. Расслабьтесь. Голова, лопатки и таз прижаты к полу. Сделайте 5-7 циклов дыхания. Наблюдайте за дыханием. Опустите левую ногу на пол. Не отрывайте таз от пола. Левая нога выпрямлена. Расслабьтесь. Сделайте 5-7 циклов дыхания. Наблюдайте за дыханием. Опустите правую ногу на пол. Сделайте то же самое на другую ногу. Согните левую ногу. Обхватите голень обеими руками и плотно прижмите бедро к животу. Не отрывайте таз от пола. Правая нога выпрямлена. Расслабьтесь. Сделайте 5-7 циклов дыхания. Дыхание ровное, спокойное. Большим и средним пальцами левой руки захватите большой палец левой ноги. Теперь медленно выпрямляйте левую ногу и отводите ее влево до ощущения натяжения внутренней поверхности бедра. Удерживайте захват. Правая нога выпрямлена и лежит на полу. Расслабьте живот. Сделайте 3-5 циклов дыхания.
Медленно тяните левое бедро к полу. Дыхание ровное, спокойное. Согните левую ногу. Опустите на пол. Сделайте то же самое на другую ногу. Согните правую ногу. Бедро подтяните к груди. Большим и средним пальцами правой руки захватите большой палец правой ноги. Теперь медленно выпрямляйте правую ногу и отводите ее вправо до ощущения натяжения внутренней поверхности бедра. Удерживайте захват. Левая нога выпрямлена и лежит на полу. Расслабьте живот. Не допускайте неприятных ощущений. Голова, лопатки и поясница плотно прижаты к полу. Сделайте 3-5 циклов дыхания. Медленно тяните правое бедро к полу. Дыхание ровное, спокойное. Затем согните правую ногу. Опустите на пол. Согните ноги. Лягте на правый бок. Подоприте правой рукой голову, расположив ладонь возле уха. Поднимите левое колено к груди. Большим и средним пальцами левой руки захватите большой палец левой ноги. Теперь медленно выпрямляйте левую ногу вверх, растягивая внутреннюю поверхность бедра. Удерживайте захват. Вытянитесь в одну линию. Сделайте 5-7 циклов дыхания. Правая нога прямая и плотно прижата к полу. Медленно тяните левую ногу к голове. Не допускайте неприятных ощущений. Наблюдайте за дыханием. Согните левую ногу, опустите. Лягте на спину. Сделайте то же самое в другую сторону. Согните ноги. Лягте на левый бок. Подоприте левой рукой голову, расположив ладонь возле уха. Поднимите правое колено к груди. Большим и средним пальцами правой руки захватите большой палец правой ноги. Теперь медленно выпрямляйте правую ногу вверх, растягивая внутреннюю поверхность бедра. Удерживайте захват. Вытянитесь в одну линию. Левая нога прямая и плотно прижата к полу. Сделайте 5-7 циклов дыхания. Медленно тяните правую ногу к голове. Не допускайте неприятных ощущений. Наблюдайте за дыханием. Согните правую ногу. Опустите. Лягте на спину. Закройте глаза. Ноги на ширине плеч. Руки на удобном расстоянии от тела. Наблюдайте за дыханием.
сядьте. Вытяните ноги вперед. Колени напряжены. Поставьте ладони у бедер. Стопы вместе. Носки направьте на себя. Сделайте 5-7 циклов дыхания. Спина прямая. Грудная клетка раскрыта. Плечи опущены. Наблюдайте за дыханием. Согните правую ногу. Стопой упритесь в левое бедро, как можно ближе к паху. Наклоните корпус к левой ноге. Правое колено опустите на пол. Пытайтесь обхватить руками левую стопу. Стремитесь положить живот на левое бедро. Сделайте 5-7 циклов дыхания. Не допускайте болевых ощущений. Дыхание ровное, спокойное. Затем поднимите корпус. Сделайте то же самое на другую ногу. Согните левую ногу. Стопой упритесь в правое бедро, как можно ближе к паху. Наклоните корпус к правой ноге. Стремитесь положить живот на правое бедро. Сделайте 5-7 циклов дыхания. Вытягивайтесь корпусом и руками вперед. Не допускайте болевых ощущений. Дыхание ровное, спокойное. Поднимите корпус. Вытяните ноги вперед. Колени напряжены. Поднимите руки через стороны вверх. Спина прямая. С выдохом медленно наклонитесь к ногам. Пытайтесь обхватить стопы руками. Живот, грудь, голова стремятся к ногам. Сделайте 7-10 циклов дыхания. Наблюдайте за дыханием. На выдохе одновременно поднимите полусогнутые ноги до уровня груди. Отклоните корпус слегка назад. Руки вытянуты вдоль ног. Колени и пятки находятся параллельно полу. Сделайте 5-7 циклов дыхания. Старайтесь держать спину прямо. Наблюдайте за дыханием. Опустите ноги на пол.
колени напряжены. Поставьте ладони у бедер, стопы вместе. Носки направьте на себя. Спина прямая. Наблюдайте за дыханием. Встаньте прямо. На выдохе наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками, ноги на ширине бедер. Сделайте 5-7 циклов дыхания. Дыхание ровное, спокойное. Не допускайте неприятных ощущений. Согните ноги. Левую ногу вытяните параллельно полу. Правую руку поднимите вверх. Грудную клетку разверните вправо. Таз заворачивайте внутрь. Сделайте 5-7 циклов дыхания. Правой рукой тянитесь вверх. Пытайтесь выпрямить опорную правую ногу. Сохраняйте равновесие. Во время выполнения упражнения не допускайте болевых ощущений. Поставьте правую руку на пол. Согните правую ногу и опустите левую. Соедините стопы. Поднимите корпус. Сделайте то же самое на другую ногу. Согните ноги. Наклонитесь и поставьте руки на пол. Правую ногу вытяните параллельно полу. Левую руку поднимите вверх. Грудную клетку разверните влево. Таз заворачивайте внутрь. Сделайте 5-7 циклов дыхания. Пытайтесь выпрямить опорную левую ногу. Левой рукой тянитесь вверх. Сохраняйте равновесие. Наблюдайте за дыханием. Поставьте левую руку на пол. Теперь поднимите вверх правую руку. Таз и грудную клетку разверните вправо. Левую ногу старайтесь выпрямить, насколько возможно. Сделайте 5-7 циклов дыхания. Правой рукой тянитесь вверх. Дыхание ровное, спокойное. Опустите на пол сначала правую руку, потом ногу. Согните колени. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Согните ноги. Поставьте руки на пол. Отведите назад вверх левую ногу.
Правую ногу старайтесь выпрямить, насколько возможно. Теперь поднимите вверх левую руку. Таз и грудную клетку разверните влево. Сделайте 5-7 циклов дыхания. Левой рукой тянитесь вверх. Сохраняйте равновесие. Наблюдайте за дыханием. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите левую ногу вверх, насколько возможно. Корпус и голову тяните к правой ноге. Прогнитесь. Руками упирайтесь в пол. Правая нога выпрямлена. Сделайте 5-7 циклов дыхания. Не допускайте болевых ощущений. Дыхание ровное, спокойное. Медленно согните правую ногу, левую опустите на пол. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Согните ноги, наклонитесь и поставьте руки на пол. Медленно поднимите правую ногу вверх, насколько возможно. Корпус и голову тяните к левой ноге. Прогнитесь. Левая нога выпрямлена. Руками упирайтесь в пол. Сделайте 5-7 циклов дыхания. Не допускайте болевых ощущений. Дыхание ровное, спокойное. Затем медленно согните левую ногу, правую опустите на пол. Поднимите корпус. Встаньте прямо. Ноги вместе. Выпрямите спину. Расправьте плечи. Согните правую ногу. Указательным и средним пальцами правой руки захватите большой палец правой ноги. Медленно выпрямляйте правую ногу вперед, удерживая захват. Левая рука находится на бедре. Спина прямая. Сделайте 5-7 циклов дыхания. Не допускайте болевых ощущений. Дыхание ровное, спокойное. Thank you.
Затем медленно согните левую ногу и опустите на пол. Повторите то же самое на другую ногу. Согните левую ногу. Указательным и средним пальцами левой руки захватите большой палец левой ноги. Медленно выпрямляйте левую ногу вперед, удерживая захват. Правая рука находится на бедре. Сделайте 5-7 циклов дыхания. Правая нога прямая. Наблюдайте за дыханием. Сохраняйте равновесие. Затем медленно согните левую ногу. Медленно выпрямляйте левую ногу в бок, удерживая захват. Не допускайте болевых ощущений. Правая рука находится на бедре. Сделайте 5-7 циклов дыхания. Правой стопой упритесь в пол. Спина прямая. Сохраняйте равновесие. Дыхание ровное, спокойное. Медленно согните левую ногу и опустите на пол. Повторите то же самое на другую ногу. Согните правую ногу. Указательным и средним пальцами правой руки захватите большой палец правой ноги. Медленно выпрямляйте правую ногу в бок, удерживая захват. Левая рука находится на бедре. Сделайте 5-7 циклов дыхания. Левой стопой упритесь в пол. Спина прямая. Сохраняйте равновесие. Наблюдайте за дыханием. Согните правую ногу и поставьте пятку на внутреннюю сторону левого бедра, ближе к паху. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Соедините ладони. Сделайте 5-7 циклов дыхания. Тянитесь макушкой вверх. Без напряжения подтяните живот. Дыхание ровное, спокойное. На выдохе опустите сначала руки, затем ногу. Соедините стопы. Повторите то же самое, стоя на правой ноге. Согните левую ногу. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Соедините ладони. Сделайте 5-7 циклов дыхания. Тянитесь макушкой вверх. Без напряжения подтяните живот. Дыхание ровное, спокойное. На выдохе опустите сначала руки, затем ногу. Соедините стопы. Выпрямите спину. Расправьте плечи. Наблюдайте за дыханием.